Здравствуй, моя звай Барат. О, нравится. Итак, всех приветствую. Сегодня посмотрим бенчмарки физикса. Вот мы наблюдаем Fluid Mark, есть такой, случайно наткнулся, решил посмотреть и показать, что есть такая хрень. То есть мы тут видим куча кровавого дерьма, куча как бы извергается, причем каждый шарик, он как бы в итоге, когда он на шарик попадает, он как бы мнется, стекает и потом в кучу попадает. Частиц там до 60 тысяч доходит, это можно в настройках бенчмарка установить. Вот. Это вот другой Fluid что-то Mark от NVIDIA вроде бы. У меня физикса нету, отдельного видеоускорителя на это дело, поэтому там софтварно рассчитывается тормоза ужаснейшие. Если была бы отдельная видюха под это дело, но я не знаю, я не смотрел, сколько FPS будет. Но суть такая, вот тут вот есть какая-то сценка небольшая, труба, из нее типа куча дерьмища льется, как из канализации. И оно наполняется, и вот мы видим, как бы симуляция воды идет, офигенная симуляция воды. То есть видим, да, как бы можно сказать, капельки капают, там тоже порядка, вон, 60 тысяч частиц. Все это адски тормозит, естественно. Но это вода, ни в одной игре подобной воды, естественно, в помине нету. Я почему во всех играх, если есть вода, ее стараюсь как бы посмотреть и сказать о ней свое мнение. Потому что вода это как бы очень важно, да, чтобы красиво и похоже на реальность. Это дает, в общем, очень большое бонус, что ли, картинки, реалистичности происходящего. А для меня, как известно, это имеет первостепенное значение, а потом же всякие сюжеты и так далее. Вот. И крутая вода, это очень круто. Вот я в РЦ, когда обозревал демо, я там сказал, ну, водичка, да, херня, там, когда по ней проехался. А вот прикиньте, вот если бы вот с такой вот, как бы, реалистичностью там была вода, то есть, когда бы машина проехала, от нее бы брызги во все стороны, вот такие вот реальные, охеренные, полетели бы. И волна бы прям пошла, и все это офигенно реально и мега-супер бы выглядело. А насколько бы это реалистичной была картинка? Осталось бы добить нормальным количеством полигонов картинку, чтобы ничего угловатого не было, нормальным разрешением текстур, чтобы глаз не щемило. Вот, и ну, там детализация деревьев, и была бы мега-офигенская картинка. И повторы можно, один раз проехал, а потом повтор бы полдня смотрел. Что это за офигенная просто картинка, и что это ты едешь, да, не просто повтор там ралли. Вот, а дело в том, что в игре обычно все-таки картинка будет несколько более, ну, слегка мультяшной, но в то же время она будет более красивой, то есть на нее можно будет любоваться. Если смотреть реальные повторы ралли, то, в общем-то, там не сказать, чтоб особо красиво, но такова реальность. В игре же будет она более круто смотреться. С одной стороны, может, это менее реально, но глаз-то будет радоваться. Так вот, мы видим, как вода тут заполняет просто помещение, да, причем это именно как бы реальная вода, то есть уровень, он как-то хлещет и так далее, стекает. Вот прикиньте, такой уровень будет, а, в играх. Вот это будет мега-рулис. Ну, естественно, чтобы это совершенно не тормозило. Это я понимаю, если выйдет игра с такой водичкой, я ради этого побегу, просто куплю там отдельный видеоускоритель, куплю блок там на 800 ватт. Как мы знаем, чтобы видюху поставить на отдельную фигню, нужен блок там от 700 ватт. Ради такого стоит, а не ради той херни, которая ща в виде физикса подается. Там какие-нибудь в мафии в асфальт стреляешь, и там какие-то осколочки летят. Хуйня полная, ради этого 100 рублей не отдашь. А вот ради такой херни уже можно задуматься, а может и купить, а? Все, спасибо.